Каждую неделю по понедельникам в региональном отделении торгово-промышленной палаты проходят традиционные встречи Хоким области с предпринимателями. Заявка на участие подается заранее за неделю вперед. Заявления, нерешенные за 7 дней, рассматривает глава областной администрации. В этот раз поступило 40 обращений. 10 из них выслушал Хоким области. Акмал Низам вместе с Дильшодом Лукмановым попросили о встрече, желая представить проект по развитию туризма и внедрению инноваций в сфере архитектуры и дизайна области. Мы создали самаркандскую тематику, центральные ворота Самарканда. Каждый приезжающий, даже обычный водитель, он не знает, во сколько он приехал в Самарканд, и турист, и во сколько уезжает. Здесь в предложенном проекте реконструкция места въезда в город, оформление трамваев и автобусов, курсирующих старые части города, в национальном стиле. Каждый турист, приезжающий в Самарканд, он должен почувствовать ауру Самарканда. И поэтому мы дали очень большой проект по реконструкции центрального блокпоста и также большой автостоянки. И плюс к этому, если вы знаете, есть большой круг и реконструкция этого круга. Дано предложение по аэрографической концепции изменения трамваев и автобусов по Самарканду. Это было одобрено, взято под контроль. Идея с оформлением транспорта была поддержана, а в остальном предложено объявить конкурс. Несколько обращений были связаны со строительством. Руководителем общества с ограниченной ответственностью «Вектор Плюс» оформлена соответствующая проектная документация на строительство многоэтажного жилого дома на земельном участке по улице Гагарина в городе Самарканде. Однако Хакимиат города не выдает разрешения, предлагая внести предложение на рассмотрение градостроительного совета. То же самое было сказано главой областной администрации. Кроме этого, предварительно будет осмотрено предполагаемое место строительства. Еще один предприниматель сетует на то, что не может получить разрешение на строительство жилого дома по улице Амира Тимура. Как разъяснил заместитель Хокима города Самарканда, при возведении под снос попадает несколько домов. Только после получения согласия жителей и выкупа их домов по рыночной цене будет рассмотрен вопрос выдачи решения. Дильшод Ташпулатов является экспортером сельхозпродукции. С учетом этого хочет создать логистический центр по автомагистрали М-37 Самаркандской области. Просит практическую помощь в выделении 0,5 земли вдоль трассы в соответствии с законодательством. Предпринимателю разъяснено, что данные участки являются плодородными и не могут быть представлены для строительства. Мансур Касымов хочет запустить в Пахтачийском районе производство цемента мощностью 300 тысяч тонн в год. Для этого ему необходимы средства в размере 12 миллионов долларов США. Бизнесмен просит помощи в выделении кредита. Лайхам, семензавод хруш, 300 миллион тонна елеге, шлап чыкарыш. 200 кишидан зиёт иш билан таъминлаш. Насиб бўлса, Худо халаса, мана сериаллар ҳамма жой ўша Пахтачини ўзидан чиқади. Карьеримиз асноси Нуробод тумандан бўлади. Газ, свет, йўл, темир йўл муаммо бўлмайди. Экспорт муаммоси йўл. Ҳаммасини жой-жойга қўямиз деган умиддамиз. Бизда муаммо тўғриси гап энди ҳамма нарсани ўрганиб чиқиб, қайси ташкилотга борсак Bo'ldi, hamma narsani bu nomiga qilib ketyapti-da. Shuning uchun majbur bo'ldik erkin qotishni uchratishga. Мансуру Касымову будет оказана практическая помощь.